Кто там такой? Ничего себе. Тирвола. Эй, военачальник. Можно быть же повежливее как-то, ну. Высшее лечение. Бегом, бегом, бегом. Так, эбонитовая плоть. Эбонитовая плоть. Давай. Давай, давай, давай. Есть. Успеем, успеем. Хорошо, все спокойно, спокойно. Без паники. Это что? Бородатый драугр. Смешной. Это, кстати, судя по всему, девушка была. Бородатая девушка. Забавно. Ничего себе. Да. Что-то хотела сказать этим. Слушайте, она такая милая. Посмотрите на ее лицо. И у нее красивые глаза. Все, я хочу жениться. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Я хочу жениться на ней. Они не встанут, совсем не встанут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где наша подруга? Иди сюда. Так, стой, 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 нас сейчас убьют совсем здесь. Так, погодите. Я не думал, что их слишком много здесь. Черт возьми, я не успел воспользоваться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Первый раз мы умерли за прохождение. Первый раз умерли. Или второй? Не, второй, второй. Первый раз нас молотом прибило. По фаталити нам сделали первый раз. Так, берем этот. Ничего себе. Вот так я понимаю. Давакин. Так, кажется, это все. Как-то они быстро сдались. А куда теперь? Налево или направо? Вот ведь вопрос. Задачка. Не из легких. Такой... Ой, хрен зажал. Я тебе соболезную, парень. Че ж ты лез сюда? Так, все. Кажется, мы поняли. Тут просто... разветвление такое пошло. Мы уже близко, я знаю это. Так, пошли. Эй, эй! Тебе не больно? Вы знаете, недавно... рычаг? Вы знаете, я только что мы вот закончили, ну как закончили, в процессе прохождения Dead Space 3. Я собирался сейчас стазисом, короче, или как он называется, или кинезисом, их остановить эти штуки и пробежать. Да, размечтался. Слушай, ну пошли. У нас есть такая штука. Ай, 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 ай. Да ладно, ладно, ладно. Сойдет.
Так, все. Мы свои... Мирак took great pains to make it difficult to reach him, it seems. Hope, that is the last of these traps. Знаете, что самое обидное? Мне кажется, что с ней что-то сейчас случится. Самое обидное, если сейчас окажется, что ее убьют или что-то типа того. Надеюсь, что это не так. И давайте сохранимся на всякий случай. По-тихому зайдем. Может быть, нас не услышат. Эту дверь надо открыть, но как? Давай поищем ключ. Он перепил вчера. Ну ладно. Итак, мы нашли рычаг. Главное не ошибиться. Чтоб нас сверху чем-то не прибил. Все отлично, сработало. А, Фрея, ты где? Эй, Фрея. Ты здесь? Хорошо. А теперь что? Так, сейчас эти колокола костяные. Ну, да, конечно. О, нас ждет схватка. Слишком просто. Where did you come from? Откуда ты взялся? Заткнул. Ну что ж, возьмемся за наш меч. Тихо, погодите. Мы сейчас умрем, мы совсем умрем сейчас. Так, лечение, здоровье и регенерация здоровья. Мы хотя бы живы. Супер. А что это за фиг... Боже мой, что это такое? Что это такое? Искатели. Что, ребята, он такой страшный. Откуда ты взялся вообще? Порождение ада. Мы его сделали. А, это, кажется, культисты вызывают их. Культисты могут их вызывать. Я понял. Хорошо. Высший культист сейчас станет низшим. Да, извини. Но ты сама нарвалась. Так, мы заберем стрелу и добавочную магию и все остальное. И вот это может быть тоже. Нет, ну... Или заберем. Да пусть будет, ладно. Еще один наборчик. Какой-то шибко крутой военачальник. Фух, наконец мы закончили истреблять этих драугров и культистов. Интересно, сможем ли мы вызывать вот такого вот чувака, который летал здесь, искатель, в виде трайла из колдовства. Очень интересно, я не знаю. Мы поищем книги обязательно, может быть, удастся купить у кого-нибудь их. В Скайрим приходишь такой, опа, вызываешь. Такую штуку. Эффектно получится. Ну что ж, заходим. Идем вглубь храма. Не знаю, что нас там ждет. Сейчас проверим. Насколько все это серьезно. Надеюсь, это не... Сейчас... Я не знаю, что это Мирак learned, что дало ему причину повернуть на своих мастеров. Но его путь, кажется, был очень кровавым. Да, не то слово. Не знаю. Дашь сказать слово, а? Она мне чем-то напомнила вот эту подругу в «Игра престолов», короче, вот... Слушайте, я не помню, как ее звать, вот, у одного из... Все, я забыл, все, ладно, проедем это. Ну, в общем, одну девушку из «Игры престолов». Из тех, кто живут в, под открытым небом, в палатках там. У якобы дикарей. Я не помню, как они назывались. Серьезно, все перемешалось. Слишком много произошло в последнее время, ребят. Но
Сам факт. Так, мы уже видим маркер впереди, и мне кажется, что мы уже подходим к цели. Надеюсь, так просто не закончится главный квест, и дополнение, главная его часть, не закончится так просто. Очень на это надеюсь. Слушайте, они даже не поняли, что мы пришли, мы просто их истребляем, пока они оглядываются. Это даже смешно. С ними уже нудно биться просто. Я хотел бы 50 человек на один раз, чтобы на нас напали, и мы с Фрей отбивались. Вот так было бы интереснее. Больше мяса, больше интереса к бою. Ну, ладно. Захотелось мяса, в общем. Норский меч. Посмотреть, что именно. Куда ты сиганула? Слушай, стоп, а мне за ней идти или как? Если я туда упаду, я обратно не вернусь, не смогу вылезти обратно. Ну знаете, что в таких случаях я делаю сохранение, а потом возвращаемся, если что не так. Или нам просто надо тут осмотреть сначала, а потом... А, вот, все верно, просто там был спуск. Окей. А то я уже думал, что... Так, ладно, зайдем, глянем, что там такое она нашла. Угу. Она нашла просто хранилище. Комнату с туалетной бумагой. Магический свет, захват душ, это у нас все есть. Золото мы соберем. Спасибо за наводку, дорогая. Мы тут сможем немножко разжиться. Хотя, все. Больше мы ничего для себя здесь не возьмем. Пошли дальше. О, еще одни красавцы. Так, ну ладно. Какой красивый. Чебурашки. Можно сказать, что ничего не понятно, это будет правильно. Каменная плоть. Так, тут ничего больше нас не интересует. Все-таки бои выглядят не так, как должны были смотреться, я считаю. Не хватает какой-то динамики, правдоподобности. Вот я ей прям по голове мечом бью, и ничего не происходит. И она мне также бьет по голове, скажем, и ничего не происходит. То есть как-то, ну, этот процесс можно было как-то сделать более динамично. Я не знаю, может, я просто уже придираюсь. Но, ну, вообще, Skyrim и так хорош. Ой, не знаю, дорогая, ой, не знаю. Вы это слышите? Я тоже это слышу. Они все сейчас оживут, и мы будем иметь проблемы. Мощь воплощения дракона. Ооо, вот вам и мощь. Эти тоже перепили. Даже подняться не могут. Так, давайте посмотрим, что это за воплощение дракона. У меня тут некий баг получился с криками еще с дополнения Даунгард, так что не смотрите на это, некий баг вышел. Так, раз в день станьте воплощением дракона. Получив дополнительную защиту, чудовищную мощь ударов и усиленные крики. Усиленные крики. То есть мы драконом становимся? Или просто как... Только раз в день, надо беречь. Окей. Ой-ой-ой. Это серьезная девушка. Привратница, развратница. Так. В
высшее лечение. Так, надо вызывать подмогу. Подмога идет. Вызов лорда Дренера. Так, отлично. Так, они мне помогли, серьезно помогли. Все, ребят, вы свободны. Костная мука мы заберем. Превратница. О, ключ от храма Мирка. Так, а куда входить? Вот она. Вот она, эта дверь. Норский меч еще один. Может взять? Пусть будет. Да, пусть будет. Может продадим. Может воспользуемся как мечом для второй руки. Не знаю, решим по ходу. Главное, чтобы в конце не было много сокровищ, которые мы попросту не сможем унести. Так, полечимся давай, дорогая. Угу, угу. И давайте сохранимся перед входом туда. И я возьму, задействую драконью шкуру. Окей, отлично. Так, драконья шкура. И все дела. И нордский меч. И факел. Итак, с богом. Тут ничего нет интересного. И тут пока ничего. Все слишком просто. Так, секретный проход сразу видно. Разведаем позже. А может быть, это единственный путь, хотя нет, вряд ли. Сюда мы, может быть, будем выходить. Посмотрим, походу. Или давайте все-таки глянем, может быть, где-нибудь есть рычаг. Я думаю, что что-то такое есть. Не хотелось бы пропустить, если там есть что-нибудь ценное. Ну, ладно. Раз нету, так нету. Они испарились. Так, идем дальше. А здесь куда? Налево или направо? Кто знает, кто знает. Impossible. There must be something more. Look around. Конечно, конечно. Конечно. Мы все найдем. А, рычаг должен быть здесь. А проход откроется там. Я правильно понимаю? Кажется, да. Надо его найти. Осталось только его найти. Давайте спокойно поищем, без напрягов. Я думаю, она быстрее его найдет, чем мы. Но кто знает, давайте попробуем сами порыскать. Знать бы еще, где искать эти кристаллы, которые нам надо найти. И... А то так... Забыл отметить. Угу, угу. Здесь ничего. А вот он. Я тоже знал об этом, дорогая. Давай пойдем поскорее. Мне самому интересно, что там. Мы уже... Очень-очень близко. Эй, Фрея. Будь готова к битве. Вау. Вау. А это что такое? Так, сохраняемся. И... I wonder if there is something here that tells the story of Mirak. Так, пошли, 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 пошли. Это все хорошо, но нам надо идти дальше.
Мы сейчас, я так полагаю, вообще к ядру Земли уже пришли. Ну, или той планеты, на которой мы сейчас находимся. Не знаю, что это за планета, на самом деле. Я понял тебя. Будем поосторожнее. Реально, слишком тихо и слишком все просто. Так не может быть. Давайте медленно спустимся. Так, эффектно, чтоб было. О, великий Мирок! Приветствуй же нас. Так, сейчас мы будем биться с драконьим жрецом, а потом получим его маску. Как это было раньше. Кто знает, давайте зайдем дальше, увидим, что будет. Надеюсь, все-таки очень надеюсь, что это еще не конец главной миссии нашей. И главной сути дополнения. Очень надеюсь, потому что хочется, чтобы оно было большим, длиннее, чтобы было дольшим и интереснее было дальше. Так. Вау. Так, а Фрея? Я тебя не вижу. А, ты здесь. Отлично. Так, давайте подойдем поближе. Они нас ждали. Крилан Уздилан. На свои же грабли наступили. Оу. Вы это слышали? Я знаю, что сделать. У меня такая штука тоже есть. Ледяная форма называется. Упс. Как-то он быстро очухался после нее. Это все-таки главный военачальник. Это вам не шутки. И все шишки, получается, в первую очередь на Фрею падают. Защиту все создатели. Так, ничего интересного. А, нет. Реально нет ничего интересного. И что, собственно, мы тут должны были найти, кроме сундука? 377 монет золота. Отлично. Хитиновые тяжелые сапоги. Тоже неплохо. Мы можем их создать сами, в принципе. И сыромятные наручи, которые нам вообще не нужны. Так, дорогуша, пошли дальше. Когда ж нам реально дадут с годным соперником посоревноваться, что ли? Так, небольшая перебежка. Все, мы все ближе к центру, скажем так, Земли, к ядру. Вы чувствуете, как жарко стало? Я чувствую. И Фрея тоже чувствует. Это что такое? Аж мороз по коже, ребят. Черная книга. Вы помните трейлер дополнения? Давайте прочтем черную книгу. Я специально для эффектного такого прочтения сниму даже шлем, чтоб если что произошло, мы все видели. Так, заберу факел. Все, давайте сохранимся на всякий пожарный случай. И попробуем открыть книгу, к чему это приведет. Две штуки стоит, но продавать я бы ее не хотел. У меня есть библиотека, я бы ее туда пристроил. Итак, а, простая книга. Вот он все-таки считает. Нас чем-то окутало непонятным. Сейчас мы узнаем, что это было.
Это Мирок. Вот он. Жесть. I can feel it. And yet... So you have slain Alduin. Well done. I could have slain him myself back when I walked the earth. But I chose a different path. И что ж ты сделал? You have no idea of the true power a dragonborn can wield. Но зачем? This realm is beyond. You have no power here. У меня тоже такая штука есть. Сейчас увидим. Before Sol's time is also mine. I already control the minds of its people. Soon they will finish building my temple, and I can return home. Send him back where he came from. He can await my arrival with the rest of Tamriel. Так, друзья, я ведь тоже дружелюбен. Постойте. Эй, да ладно вам, хватит уже. Ну... Они меня убить не могут, или что они хотят сделать? Отправить? Все, наконец-таки, слушайте. Я думал, сейчас буду с ним сражаться, но, слава богу, еще нет. Время не пришло. Это хорошо. Я что? Seemed as though you were not really here. I could see you, but also see through you. О боже, она видела меня голову. Так, я не могу сказать наверняка, передо мной был Мирок на драконе. А, мы еще будем летать на драконе тоже. Должны, по крайней мере. Where? Where is he? Can we reach him? Can we kill him? Он в другом измерении, как знаете, как Алдуин тоже, вот в Саундгарде был. Посмотрим, что будет с этого. Каким-то образом после чтения книги меня перенесло к нему. This is a dangerous thing, then. We should return to my village and show this to my father. Perhaps Storn can make sense of what is going on. Возможно. Come, there looks to be a way out. Так, получили ачивку. Судьба скалов. Ну что ж, мы поняли теперь хоть чуть-чуть, что к чему. Хоть что-то узнали, увидели. И... Выходим. Солстейн. Итак. Куда это мы вышли? Как будто в Скайрим вернулись. Не так ли? Камни ветра. Может быть, мы к нему опустимся? Как считаешь? Пойдем разведаем обстановку, а потом пойдем за ней дальше. Камень ветра. О, тоже новый костюм. Себе такой хочу. Смотрите, эти костюмы, они напоминают тоже нам Игру престолов, там, ну, как эти. Ну, вы поняли, о чем я. Если вы смотрели сериал... Так или иначе, все-таки. В этом есть смысл. О, Деор, дровосек, склонись передо мной. Если я опять нажму на святилище, мы будем тоже исполнять волю Мирока. Ну, ладно, закончим.
так, пошли.